Константин Вихляев. Нет, давай выводят. Дорогие друзья, стоя объявляю. Владимир Шишкин. Всем привет, от меня, от Паши Гребенюка. У него сегодня день рождения. Я утром связывался с ним известным способом. Ментально? Да. И всем привет. Мы коротенько страничку бардовской классики. Классики жанра были часто предельно лаконичны. Юрий Васильевич Висбор. Спокойно, дружище, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Видения видали ночные на паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят. Спасибо. Браво! Браво! Володя, спасибо огромное за то, что ты приехал. Да, поэтому... Это футболка этого фестиваля и нашего друга.